Таким Дональда Трампа еще не видели. Статуи обнаженного кандидата в президенты США одновременно появились в 5 американских мегаполисах. Что это, происки конкурентов или чья-то шутка? Изваяние из полимерных материалов изготовил скульптор, известный под псевдонимом Джинджер. Активисты неправительственной организации IndieCline практически одновременно установили статуи в людных местах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, а также в Кливленде и Сиэтле. Так они выразили протест против участия кандидата от республиканцев в президентских гонках. Практически сразу все фигуры демонтировали представители власти, но прохожие не упустили возможности сфотографироваться с копией известной персоны.